Доброе утро, ребятки! Сегодня суббота. Я заехала за девчонками. Они сегодня ночевали у бабушки с утра, потому что Настеньку вести в музыкальную школу. Вот сейчас утро, 8 утра. Смотрите, как красиво здесь. Смотрите, какое классное утро. Детки вот ходят, соседи. Привет, Алисочка. Привет. Бабуся пасет гусей. Красота. Что там, Алисочка? Настя скоро приедет. Давай я тебе открою. С нами Лунка ж приезжала и ночевала у бабушки Лунка. Вот, а гуси как выросли. А сколько гусей? 24 или 25? 5. Все-таки тот не помер гус. Не. Выжил. И другой гус почепился на сетке. Да, и тоже выжил? Выжил. Только хорошо. Даже рожа то и все. Трохи не паслися пару дней. Так я хату закрыла. Куда, девчонки, вы побежали? Надо ехать, а то я не успеваю. Мне на без 15:11 Миргород. Зошиты? Алиса не зошиты? Да. Давайте зошиты, берите. Тебе сразу нужно. Да, мне надо переписать, а тогда мы идем по другой. Короче, вам кажется. Смотрите, боже, утро, какая тут красота. Мне так нравится тут. Хорошее, конечно, село. Гуси, свиньи, козы, коровы тут живут. В общем, тут живет все. Леса вокруг. Представьте, такое село. Улочка такая, да? И вокруг лес. С одной и с другой стороны. С одной стороны елочки, еловый лес, а с другой ольха. Вот такой вот лес. Просто красота. Так, мы опаздываем, конечно. Надо уже уезжать. Срочно. Настенька куда-то пошла. Так, надо забирать медленно. За котом бегаем. Жизнь какая беспечна. Красота. Настусь, надо ехать. Все, а то я не успеваю. Давай. Все, прощайтесь, скоро приедешь. Ты приедешь, мы тебя привезем опять на ночевку. Ну все. Все, пока. Все, пока. Все, Темочки, целую. Все, поехали. Ребятки, приехали мы с Настей. Да, тоже. Смотрите, какие красивые цветочки. Смотрите, я вам сейчас покажу. На ромашки похожи, но это на ромашки. Это морозец. Смотрите, какие красивые. Морозец называется. Голубой и беленький. Здесь он еще такой морозец. Да, большой, длинный. Это сорт такой. В общем, мы приехали с Настенькой, поле завезли. И с Настенькой приехали. В музыкальную школу у нас еще есть час. Мы решили пойти купить немножко сосательных конфет, потому что Настя начала упачивать в машине. Вот. Сейчас я вам разверну камеру. Смотрите, сколько машин стоит. Я припарковалась на своем любимом месте. Покажу вам потом. Смотрите, сколько людей. Сегодня опять такая немножко слегка была утро, морозная погода, все в куртках. В общем, резкое похолодание. Давай, Настусь. Деревья начали у нас желтеть. Пришла осень. Настоящая осень. Так, переходим. Переходим. Мама, смотри, какой каштан нашла. Ага, уже каштаны. Кстати, там их много валяется. Угу. Ну, мы уже поделки не делаем, Настусь. Ты уже в 5 класс ходишь. Нам же каштаны не нужны. Раньше мы их собирали, сейчас 5 класс. Там уже посерьезней. На трудах вы будете что-то полки там вырезать из дерева. Ну да. Смотрите, ребятки. Видите, какая обстановочка тут. Еще утро, людей мало. Потом в обед будет очень-очень много народа. А мы с Настенькой направляемся в АТБ.
Такое солнечное утро сегодня, красивое. Сейчас я вам покажу, где я машинку припарковала. Я теперь часто там стала парковаться. Это недалеко возле музыкальной школы. И в основном там всегда пусто. Что мне и нужно, потому что в основном все парковки заняты. Вот, и для меня как раз тут подходящее место. Вот, ребятки, стоит машинка наша. И сзади меня тоже кто-то припарковался. Тут как раз двор, как будто бы я там живу или подъехала туда. Я думаю, что ничего страшного, что я тут стою. Ну, тут часто стою. Вот машинка наша. Сзади нас тоже кто-то припарковался. В общем, и тут музыкальная рядышком. Нам это очень удобно. А, Настюш? Обувь такая у нас затоптанная. Вообще, Настюш, кто топтался тебе по ногам? Собачка Луна, да? В общем, мы идем на вокзал, мы думаем, что автобус приедет сюда. Хотя можно, конечно, выйти и в другом месте, но мы не можем никак связаться. Я очень рада. Вот, потому что Сережа потерял сим-карту украинскую. И он брал где-то у кого-то, просил телефон, чтобы сообщить нам, куда он прибывает и во сколько приблизительно. Вот, а точно мы не можем определить. Где, куда. В общем, мы вот здесь. И будем тут его ждать. Так радостно на душе, так хорошо. 7 месяцев его не было. Так что... Слава Богу, что случился этот день. Очень тяжело таможню проходить, российскую и украинскую. Очень сейчас все строго. Без причин никого не пропускают. А куда ты хочешь, Поль? А зачем? Нам не туда. Ну, конечно, вокзал там. И на этой стороне, где мы сейчас идем, находится. Вот. Очень серьезно сейчас переходить границу, ребята. Что, слава Богу, ключики дала и буду ехать. Теперь я на пассажирском сиденье. Хочется отдохнуть. Пусть папа теперь возит нас. Ну что, бабусик, поехали.